таким устройством, как мультиварка, уже никого не удивишь, но компания Borg постаралась это сделать. MultiChef U800 – это роботизированное кухонное устройство с непревзойденным дизайном и передовыми характеристиками, включая индукционный нагрев, тепловую обработку под давлением и голосовыми подсказками. Модель получила овальную форму и пластиковый корпус, стилизованного под шлифованный алюминий с черными пластиковыми элементами. Крепкая внутренняя емкость покрыта стойким антипригарным слоем и оснащена ручками. Общий объем чаши 5 литров. На фасад вынесена панель управления с сенсорными клавишами и поворотным регулятором. Руководить устройством поможет голосовой гид, подсказывающий пользователю необходимые действия. Тушение. Нажмите кнопку настройки. При помощи регулятора установите время приготовления и нажмите кнопку старт. Мультиварка совместила функции таких устройств, как скороварка, кашеварка, медленноварка, духовка и пароварка. В программе MultiPower пользователь может проявить фантазию и реализовать любой рецепт, самостоятельно установив время приготовления от 10 до 140 минут и температуру от 40 до 140 градусов. Модель способна приготовить 3 авторских блюда от итальянского шеф-повара Карло Греку. Предусмотрена возможность отложить начало работы, установив время, к которому необходимо приготовить пищу. Подогрев готового блюда включается автоматически. Этот режим поддерживается до 36 часов. Яркий представитель премиальной ниши мультиварок Borg U800 обладает всеми необходимыми характеристиками для быстрого и качественного приготовления как простых каш, так и ресторанных кухонных изысков. Выберите программу с помощью регулятора и нажмите кнопку «Старт».